Этот суперкар создан к 15-летию компании. Аджера в переводе со шведского означает «действовать» и символизирует философию успеха компании Кёнигсег. Автомобиль обладает крутящим моментом более чем в 1000 ньютон-метра в диапазоне 2680-6100 оборотов в минуту. Тормозная система обеспечивает отсутствие потерь энергии торможения вне зависимости от дорожного покрытия. Словом, последний суперкар Кёнигсег сочетает эволюционный подход и традиции для совершенствования конечного результата. Название автомобиля также является сокращением от греческого «adgeratos» — «неподвластный возрасту». Оригинальная форма кузова Kionixec CC, созданная 15 лет назад, до сих пор актуальна. «Аджера» остается верна философии, форме и размеру оригинальной CC. В то же время она выглядит и работает как автомобиль будущего. Ограниченная серия. Будет собрано всего 4 таких автомобиля, и каждый из них будет являться вершиной инженерной мысли Кёнигсег. 5-литровый V8 с двумя турбинами способен работать и на биотопливе.
Так, при работе на Е85, 85% этанола, двигатель выдает пиковую мощность на валу в 1018 лошадиных сил при 7000 оборотов в минуту. Специально добавленное заднее антикрыло вжимает 20-дюймовые колеса в асфальт и помогает разгонять аппарат до 96 км в час за 2,8 секунды. Покрытие кузова светлым лаком позволяет оценить точность и изящество подгонки деталей из углеволокна, создающие удивительный эффект. Окраска в контрастные цвета придает автомобилю пугающе дорогой внешний вид. Thank you.
Dodge Viper SRT10 American Track Racer 2010 года отбил рекорд круга для автомобилей, разрешенных к эксплуатации на дорогах общего пользования в гонке Laguna Seca, у экзотического прототипа, построенного в единичном экземпляре. Время круга составило 1 минуту 33 секунды 915 тысячных. Подходящий финал для этого поколения Dodge Viper, производство которого закончилось 1 июля 2010 года. В этом модифицированном и тюнингованном для выступления на гоночном треке Dodge Viper SRT10 ACR используется гоночный демпфер и амортизаторы, а также многие аэродинамические и легковесные компоненты. Широкое антикрыло способно обеспечить прижимную силу в 453,5 кг на скорости 241 км в час. Напористый характер Dodge Viper SRT10 дополняют клыкастый передний сплиттер, заднее антикрыло, разработанное Computational Fluid Dynamics, и окрашенные колесные диски Sidewinder.